как за первые 5 дней с $50 выйти на чек до $1500 или 100 тысяч рублей без приглашений и инвестирования. Знакомимся с новым направлением, с новым проектом GiftPool. На просторах интернета это единственная платформа живой очереди с программным кодом, к которой прикручена уникальная система помощи друг другу, бизнес-модели и академии знаний. GiftPool – платформа, на которой есть три направления. Это любовь, это деньги и это мудрость. Все мы знаем на сегодня, что есть подарочные движения, которые превратили уже в бизнес, ребят. Так вот, на платформе именно любовь – это и есть, где мы дарим друг другу подарки от сердца к сердцу. То есть, это сообщество людей, которые помогают и поддерживают друг друга. Но, чтобы не путать одно с другим, бизнес и подарочное движение – для этого и создано другое направление именно на этой платформе – система денежных благодарностей именно для тех, кто развивает сообщество. Подарки – это подарками, бизнес – это бизнес. И теперь, чтобы объединить это все и чтобы все это работало, для этого нужны знания. И вот как раз-то на платформе и дается бизнес-академия, где каждому человеку есть возможность получить эти знания и улучшить свои не только свое финансовое положение, а также и положение в обществе, в семье, между друзей и так далее. То есть, чтобы настроиться таким способом, чтобы вы были как магнитом не только к деньгам, но и именно к людям, чтобы вас любили, ценили и без вас не могли обойтись. Так вот, GiftPool Club – это первое то, что у нас сегодня есть, где мы заходим и помогаем друг другу денежными знаками. Да. То есть, чтобы вы понимали, да, что внутри самой системы денег нету. Да. Поэтому и нет здесь страха, что кто-то может просто взять и деньги все увести. Деньги здесь переводятся именно человеку к человеку, от человека к человеку, из рук в руки. Это с карты на карту или же на любую платежную систему в валюте USDT. GiftPool Club – это международная платформа, в которую встроено несколько языков. На самой платформе с живой очередью нет обязательств приглашения. Вы можете приглашать, а можете не приглашать. Просто заходить и пользоваться всеми услугами, что предлагает платформа. Да, здесь нужны люди. Откуда они будут идти? Да, они просто будут узнавать от вас, еще от кого-то. И будут сюда просто заходить, друзья. Так вот, вдруг, если кто-то скажет, а если не будет людей? Если прекратится приток новых участников, ребят, система будет все равно работать, потому что здесь настроен специальный алгоритм, да, и есть инструменты, которые это все усиливают. Так вот, живая очередь, ребята, да. На самой платформе есть несколько очередей. И начинается всего лишь из кармана вы достаете один раз $50. Участник поэтапно проходит все очереди. Далее, когда он становится дарителем, то становится в конец очереди и ждет, когда ему система назначит получателя. А вот получателю система автоматически уже также назначает 3 дарителей. И пройдя поочередно все очереди, система опять же предлагает участнику начать сначала с $50. Тем самым зациклить это все и помогать тем участникам, кто зашел перед вами, то есть выталкивая участников всех вверх. И так можно теперь крутиться на всех этих очередях на платформе до бесконечности, ребят. Но чтобы участвовать в этой программе, сначала вы регистрируетесь и вас привязывают именно к вашему телеграм-аккаунту, то есть он будет называться базовый аккаунт. И вот уже к вашему телеграм-аккаунту еще привязывают дополнительно 3 аватара, которыми также можно проходить по всем очередям одновременно или же по отдельности. Да. Итак, смотрим, живая очередь. Есть у нас с вами даритель и есть у нас с вами получатель. Это тот, кто получает деньги от дарителя. Итак, выстраивается одна очередь из
получатели, а вторая очередь выстраивается у нас из дарителей. И смотрите, что происходит. Как только участник, даритель, получатель встал получателем, и появились новые дарители, система тут же выставляет трех дарителей первому получателю, да. Потом следующему трех дарителей, следующему. И так постоянно, сколько бы получателей не было, и новые дарители приходят, они всегда становятся именно под последнего получателя, кто стоит. Первые дарители всегда становятся под последнего получателя, да. То есть не последнего, а вернее, кто стоит первый свободный, у кого еще нету получателей. Так вот, соответственно, приходят новые дарители, они всегда приходят. Что происходит дальше, ребята? То есть, те люди, кто уже получатели, получил подарки, они также становятся снова в очередь к дарителям. То есть, они уже становятся дарителем, тем самым помогая первым участникам продвигаться вверх, то есть зациклиться, ну, такой круг. А вот теперь, кто был дарителем, они становятся уже в очередь именно к получателям. И также становится, кто пришел первый, он первый, кто дальше, кто быстрее сделал подарки, то есть неважно, он там на 5-м, на 20-м месте, кто быстрее сделал, тот становится первым в очередь. Итак, ребята, все выстраивается, оно идет по кругу. Здесь просто невозможно, сколько бы людей не было, здесь нету пирамиды, ребята, потому что здесь, смотрите, что происходит. Как только получил один получатель, под него встали три дарители, своего рода такая пирамидка, она тут же рассыпается, пирамидка снова становится в одну очередь. Она не успевает расширяться, только три человека снова в одну очередь. Поэтому здесь нету такой широкой матрицы, как в других проектах матрицы. Ребята, здесь как ракета, она просто летит вверх. Так вот, посмотрим, как это работает на... давайте вот мы с вами с чего начнем. На самой платформе у нас есть очереди, и соответственно у нас есть формы. На сегодня это пока только 4 формы. Дальше будет еще очереди меняться, будет меньше очередей, и формы будут добавляться. Но все люди мечтают решить свои финансовые вопросы. Вот эта форма, там кредиты закрыть, продукты покупать, чтобы деньги были, нажили, были всегда. Да. Ребят, так вот эта первая форма как раз и дает возможность решать вот эти финансовые вопросы. И здесь мы с вами именно привязываем наш базовый аккаунт, там мы смотрим, и три аватара, который у нас есть. На базовой, на первой форме у нас есть 4 очереди. Это за $50, за 100, за 200 и за $400. Как только мы прошли все 4 очереди, нам платформа, даже не один раз, вернее, мы можем пройти базовым аккаунтом 4 раза, или же базовым аккаунтом и тремя аватарами один раз. Только после этого нам открывается следующий шаг во вторую форму, который называется отпуск. Ребят, вот благодаря почему вот этой форме вы можете после того, как уже начали хорошо получать, решили свои финансовые вопросы, что нужно делать? Отдыхать, соответственно. То есть здесь у нас уже три очереди. Это за 200, за 300 и за $500. Но здесь мы с вами используем 4 аватара. То есть базовый аккаунт, он у нас как был, так там и остается. И мы не можем зайти во вторую форму, если у нас не активирован базовый аккаунт и один аватар. То есть у нас там два работает направления, можете все 4 использовать. И еще здесь у нас с вами 4 аватара тоже работают. А вот следующая форма дает возможность уже, ребята, купить автомобиль. Она так и называется — автомобиль. Также 3 очереди за 200, 600 и $900. И также мы здесь используем 4 аватара при условии, что в первой форме у нас активированный базовый аккаунт и один аватар.
И вот следующий момент, ребят, это уже люди мечтают купить себе недвижимость, да, кто-то обновить ее. Так вот здесь как раз четвертая форма и дает возможность именно благодаря вот четыре аватара, да, пройти три очереди и уже покупать себе недвижимость. Это делается очень быстро. Давайте более подробно рассмотрим по каждой форме. Итак, мы с вами используем базовый аккаунт, то есть на первой форме. У нас есть 4 очереди, если вы видите слева, и мы отправляем подарок на $50. Когда сами становимся получателями, то нам уже делают 3 подарка по $50, где мы получаем $150. Далее мы переходим уже, то есть $50 оставляем себе, а на 100 мы заходим на вторую очередь. Получаем 300, оставляем себе 100, на 200 заходим на третью очередь. Получаем 600, 200 оставляем себе, а на 400 заходим на четвертую очередь. Получаем $1200 в четвертой очереди. И теперь, если мы с вами рассмотрим итог, именно пройдя все 4 очереди, мы получили $1550. Из них $50 это наши, которые были, мы их уже отнимаем, и чистыми остается у нас $1500 или 105 тысяч рублей. Ребята, вот этот круг можно пройти, у нас люди проходят и за один день, да. Можно за два, можно за три, но я уже взял 5 дней, да, за 5 дней можно круг этот пройти очень легко, о чем изначально и говорилось. Давайте смотрим, да, если мы считаем 105 тысяч рублей, это если курс, ну, в среднем, так, $70 за $1, ребят. Следующая форма номер 2, это отпуск, ребят. Вот здесь мы уже проходим 3 очереди, делаем подарок на $200, а на выходе мы, пройдя 3 очереди, мы получаем уже $1993 или 139,5 тысяч рублей. Откуда взялась такая неровная цифра, ребят? Да все просто, потому что мы с вами здесь использовали только лишь один аватар, а этот аватар, он стоит 7 рублей, ребят. Я думаю, 7 рублей не такие большие деньги, чтобы приобрести аватар, но эти 7 долларов, это своего рода такое спасибо всей своей структуре, то есть они уходят в сеть, и вы узнаете в бизнес-модели, сколько будет каждый человек получать именно, если он помогает другим людям подключиться сюда. Так вот, это своего рода такое спасибо. Но, как говорят, спасибо на хлеб не намажешь. Ребят, вот это спасибо как раз не только на хлеб намажешь маслом, но еще толстым слоем черной икры, ребята. И эти деньги в бизнес-модели, о чем вы узнаете, ну давайте я не буду сейчас всех секретов вам раскрывать, расскажу все более подробно, ребят. Так вот, идем дальше. То есть, я думаю, этих денег уже почти $2000 вроде бы маловато на отпуск, но вы еще не все увидели, ребят. Идем дальше. Если мы хотим купить автомобиль, и если мы используем один всего лишь аватар, то мы уже отправим подарок на $400, где у нас 3 очереди, это 400, 600 и 900. Вот мы на 400 отправляем, а в конечном итоге мы в карман себе положили $3800, то есть почти 266 тысяч рублей. Ребят, вот эти очереди можно также, еще раз говорю, проходить там 1, 2, 3, 5 дней, ребят. Идем дальше. Опять же, мы используем только один аватар здесь. Если мы хотим купить квартиру, опять же, у нас здесь 3 очереди за 800, за 1200 и за 1800. И на выходе мы получаем с вами уже чуть больше 500 000 рублей, то есть почти $6000, ребят, да. Опять же, мы используем только лишь один аватар. Да, на 500 000 квартиру не купишь, но у нас с вами еще остаются 3 аватара, если вы видели здесь. Мы же можем тоже их всех задействовать. Вот как это сделать, ребят? Да все просто. Давайте мы сейчас более подробно рассмотрим с вами вот на этом примере, да. Ну, начинается, если с базового аккаунта, все с $50, ребят. Вы можете из своего кармана больше ничего не доставать. Так как только мы зашли, сделали подарок на $50, мы получили 150, да. Из них мы 50
оставляем, а на 100 заходим на вторую очередь. Но вот за 50 мы покупаем с вами новый аватар. Новый аватар, то есть здесь у нас бизнес-аккаунтом зашли, и мы купили с вами новый аватар. Да. То есть теперь у нас с вами бизнес-аккаунт работает и один аватар. Следующее, мы со второй очереди получили $300, 200 мы заходим на третью очередь, у нас остается 100. Что мы можем сделать? Купить еще два аватара. Да. И теперь у нас с вами задействован уже сколько уже? Один базовый аккаунт и три аватара, которые идут друг за дружкой. Да. Это буквально проходит там день-два, например. Да. И вы уже себе активировали 4, вот эти 4 возможности увеличить свой чек в 4 раза, ребята. Да. Ну и в конечном итоге, да, у вас остается именно с одного круга, с одного аккаунта всего лишь 1200 рублей, да, но зато у вас еще 3 аватара, которые тоже работают и тоже вам приносят деньги. Давайте рассмотрим вот здесь более подробно при использовании, например, базового аккаунта и 3 аватаров, то есть которые покупаются по $7, ребят. Вот здесь мы уже отправляем не $50, а 200, ну получается, что 50 за каждый аккаунт и за каждый аватар. Итого на выходе мы получаем сколько уже здесь, ребят? 420 тысяч рублей, то есть почти $6000. То есть мы здесь с вами, не напрягаясь, всего лишь $50 один раз внесли, сделали вот эти действия, и наш с вами чек составляет уже почти полмиллиона рублей, ребят. Это только на базовой форме, да, где нажили-были полмиллиона рублей, я думаю, иметь, ну, давайте, хотя бы в месяц, да, я думаю, никто бы не отказался бы. Теперь давайте идем дальше, смотрим. Следующая форма у нас вторая, это отпуск. Опять же мы используем все 4 аватара. И на выходе, то есть мы дарим 800, если уже брать за все 4 аватара. И на выходе мы получаем уже сколько здесь? Почти $8000. Это 560 тысяч рублей. Можно путешествовать на такие деньги? Да, конечно, друзья. Больше полмиллиона рублей, чтобы постоянно вам капало в карман и не думали, где бы взять деньги. Можно путешествовать и в Таиланд, да, и на круизных лайнерах кататься. Да. Можете на море куда-нибудь отправляться со всей своей семьей. Да. Вот теперь можно не работать, а просто наслаждаться этим счастьем, ребят. Но я скажу вам честно, что это тоже работа. Отправлять деньги, принимать деньги, созваниваться, разговаривать, общаться, ребят, это тоже работа. Вам просто некогда будет действительно работать на основной работе, потому что постоянно вы будете отправлять и получать деньги, да. Но это приятная работа, ребят. И с этой работой можно работать в любой точке мира, где бы вы ни находились, потому что интернет есть везде, ребят. И вот давайте теперь посмотрим мы с вами следующую форму, это автомобиль. И здесь же мы опять используем 4 аватара, подарили мы уже на 4 аватарах $1600, а на выходе у нас получилось более $15000, то есть более миллиона. Ребят, можно купить хороший автомобиль? Да, конечно, за автомобиль, я думаю, мечтающий не только можно купить, а можно теперь каждый раз, пускай в месяц это будет, пускай в 2 месяца, пускай в 3 месяца будет к вам приходить такие чеки, но вы можете даже каждый год менять новый автомобиль из салона, не только купить себе, а еще своим близким, там, детям, жене, мужу, например. Просто делать подарки теперь вы можете благодаря вот таким вещам, ребят. Ну, а если кто хочет именно не только иметь автомобиль, а улучшить свои жилищные условия, ребят, то здесь уже, пройдя один круг 4 аватарами, здесь уже можно уже приобрести квартиру за 2 миллиона. И если же 2 круга, 3 круга, ребят, можно уже за 6, за 10 миллионов. То есть, ну давайте, даже если за полгода, да, вы пройдете там 3 круга на 6 миллионов, я думаю, квартиру приобрести, ну классно же, да. Можете, ну не менять ее, например, но уже взять на море где-то в Испании, да, хороший коттедж купить, обстановку сделать, нанять прислугу, чтобы они все ухаживали, а вы просто путешествуйте, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью, ребята, да. Так вот, давайте мы с вами здесь посмотрим вообще
Что нужно делать для этого? Вы заходите по реферальной ссылочке от своего пригласителя, кто вам дал, например, у вас открывается кабинет, где вы видите, что вы даритель, к примеру, да, и вам нужно войти в очередь, стать первой на $50, да. Вы нажимаете на кнопку, естественно, тут же вам система подыскивает получателя. Как только она подыскала, происходит это, ребята, мгновенно, то есть вы получаете, уже видите человека. Да. То есть вы можете теперь с этим человеком связаться и написать ему текст. Ну, давайте чуть дальше я покажу, естественно, да. После этого, естественно, вы видите у себя проверочный код. Это очень важно, ребята. Вот справа вверху, если на телефоне будет внизу, проверочный код. Что вы делаете, да? А вы нажимаете на кнопку «Связаться с человеком», вас перекидывает его телеграм-аккаунт. Кстати, дальше уже на следующей версии будет добавляться в кнопочке не только телеграм-аккаунт, а контакты человека, WhatsApp его, там, Viber, может быть, номер телефона. Ну, чтобы вам было проще с этим человеком уже связаться. И вот если как вот мы делаем, например, я делаю скрин, только ни в коем случае я не показываю свой код. А наоборот, я пишу: привет, меня зовут такой-то, такой-то, например, я ваш даритель, да, я хочу вам сделать подарок. Пришлите, пожалуйста, мне проверочный код, да, отправляю ему скрин, где видно мой никнейм и его никнейм. Человек мне тут же пишет: добрый день, да, и отправляет мне код, потому что у него он точно такой же. Друзья, это важно понимать, чтобы не ошибиться, да, что вдруг вы не туда позвонили, человек говорит: да, давай отправляй, например. Но если код он не отправит, то значит это не тот человек уже все. После того я подтверждаю, что да, это код тот, и далее пишу: жду ваш номер кошелька USDT и обязательно укажите сеть TRC20. Да. Человек мне отправляет номер кошелька, я отправляю ему деньги, естественно, но я где-то делаю через криптобота, потому что там очень быстро, а если внутри криптобота, то можно отправлять без комиссии, да, даже, ребята. И это все делается моментально. Человек, получив это все, да, нажимает, я нажимаю на кнопку «Я отправил подарок», человек, когда подтверждает, что он получил этот подарок, и мне, соответственно, тут же я становлюсь уже сам получателем и жду, когда ко мне система назначит трех дарителей. Система мне назначает дарителей, и все происходит по новой, только в обратную уже. Теперь со мной связывается человек и спрашивает, да, чтобы я прислал ему свой код. У меня такой же код, как и у него. Вот я здесь отсюда беру и отправляю его. Потом я, когда отправлю все, вернее, получу подарок от него, я нажимаю на кнопку «Да, подарок получен». Также со вторым я дарителем делаю то же самое, с третьим дарителем то же самое. И все, я подарки получил и перешел на следующую очередь. И вот, ребят, подведем с вами итог. Мы из своего кармана достали всего лишь $50, купили 15 аватаров. Если мы с вами берем вот все по кругу, все вот эти отпуск, квартира, автомобиль, да, и тот же базовый там аккаунт, то есть все это нам обойдется всего лишь за один круг там $150, да. Далее мы с вами прошли все очереди по одному кругу и получили более 30 тысяч долларов, то есть более 2 миллионов рублей, ребят. И теперь мы с вами можем заходить и на второй круг, и на третий, и на четвертый. И так до бесконечности мы можем с вами крутиться в этих очередях, ребят. А теперь внимание, ребят, внимание. Вот то, что вы сейчас узнали, это только 20% информации, да. И вот эти вот сколько там, 9 тысяч, там 30 тысяч, ребят, это небольшие деньги по большому счету. Но в следующем видео вы посмотрите и узнаете, какие вас ждут еще вкусняшки. А также вы узнаете подробности уже о прикрученной бизнес-модели, да, именно к подарочной платформе, именно GiftPool. Это, ребята, просто эксклюзив. И вам точно понравится. Поэтому берите ссылку у вашего пригласителя или где-то вы в чате добавлен, найдите ссылочку, регистрируйтесь, заходите именно и начинайте получать денежные вот эти подарочки, ребята, которые изменят вашу жизнь к лучшему.